Такая елочка в больнице. Вот там вход, идем к врачу. Нам на какой этаж? Третий. Мы сейчас находимся в больнице Святого Петра, это их филиал. Вот такой балкончик. Мы ждем прием у врача. Журнальчики можно почитать. Смотрите. Сейчас я возьму вот такой балкончик, можно выйти. Церковь напротив. Сиденья, кабинеты. Так надо ждать. Наши вещи. Мы сидим, мы ждем приема врача. Вот наш 8-й кабинет. Все по электронным билетикам. Очередей почти нету никаких. Такая картина. Сейчас покажу ближе картину. Ой. Дай вопрос. Угадайте, что за картинка. Напишите. И коридор показывает. Сидим с мужем и размышляем, о чем эта картина. Без понятия даже. Сейчас подойду ближе. Дорогие подписчики, напишите, что вы думаете об этой картине. Вот такая картина в больнице находится, в поликлинике. Это тоже картина в больнице. Не знаю, что означает. Напишите, что вы о ней думаете. Прием.
Она за компьютером. Прием. Такой прием. Лифты. Это я. В поликлинике. Автомат. Мы заходим в лифт. Вот приемная там дальше. Вот такой лифт. И... Вот такое фойе больницы. В поликлинике. Пальмочки. Аптека, такие пальмочки, вот сразу там аптека, вот вход, банкомат стоит. Вот какой интересный дом с балконами, как лодочки. Едет поезд. Да поезда не видно, не вижу. Интересный дом. Вот такие балконы. Вот здесь. Вот поезд как раз едет.